Еще раз, всем, кому все младше 18, отойти от экрана. Если вам младше 18 лет, даже не пытайтесь смотреть этот матч. В общем, начинает Брайт бить Лосецкий. Матч с вампирами теоретически для цыган, ну, плюс-минус равный. Я напомню, что Брайт двукратный чемпион РУББЛ на вампирах и на хаях. Довольно знаменательный игрок. Дабла. Перекинули. Неприятное начало. Приходится прикрывать мячик, хотя позиция мяча не очень приятная. Агила еще далековато как-то. Вампиры играют с едой. Хорошо сказано. Агила пошла подбирать. Агила кинула пас. Все в порядке. Ну, Мишка, как обычно. Раз гипноз. Теперь надо дать второй гипноз, и будет два куба в мяч. Профи сыграл. Теперь очень простой блиц. Сайдстеп подкат будет заставлять прыгать. Не повезло тут немножко Энфи, он хорошо сыграл. Рерол. А нет, повезло, шестерочка. Красный барон падает. Еще и травма. Придумать более приятное начало было бы тяжело. Аптека уходит сразу. Но можно сказать, что Брайт действительно в непростой ситуации. То есть ему придется прыгать для того, чтобы сесть на мяч. Прыгать много. Еще, видимо, и доджить. Мувный вампос все докинул. Черепной вампос пошел прикрывать с другой стороны. Но не получилось. Не волнуйся, Пиропан. Здесь приятностей будет столько, сколько, я думаю, еще очень долго не видел, товарищ. Не знаю, Энфи сжег все кубы, я думаю, в этой игре. Или не так. Или Брайт сжег все плохие кубы. Правильный блиц. Он даже удается. Попытка найти скаттер на мяч. Скаттер, ну, хуже было бы только в руки с ловлей. Сайдстеп продолжает держать. Тут далековато бежать. Тяжело поднять и пасануть сразу. Рерол подбора на единичку. И додж. Две единички на трех действиях. Как-то, конечно, многовато. Печальная ситуация. У вампиров супер простой гол. Для этого гола делать надо вообще ничего. При том, что у вампиров нету мага, ничего нет. Они просто, ну не знаю, халяву словили. Знаете, как студенты кричат перед сдачей экзамена? Халява, приди, халява, приди, халява, приди. И я думаю, что Энфи в этом матче собрал, в принципе, практически все, что только можно было. Ну здесь же подкат, кем доджит-то Лока, или ты про кого? Там от подката надо было прыгать по-любому. Там подкат вампир. Вот он, вот этот подкат вампир стоял. 1-1 опять в той же точке, второй раз практически подряд. Хорошо отрабатывает агильщик. У Брайта три хода, остался один рерол. Знаете, что говорит один рерол для цыган? Что все будет очень плохо. Ну, можно же упрыгать на 2 плюс пиропан. Так что там как бы... Просто хотелось еще освободить, желательно двух игроков, а не одного.
Не получилось. Мишка второй раз на той же точке кидает тупку. Это так и чувствуется, что матч не задался сначала. Поэтому ты и не чемпион, Пиропан. Брайт, правда, кажется, в этом сезоне тоже. Хорошие гипнозы. Мишка дал свободу. Виу-виу-виу. Да? Все очень удобно и прекрасно. Кажется, в такл будет блиц СМБ. Или, а, не, в семиарморную агилу. В семиарморную агилу поехали. Да. Надо бы не склеиться. Аптеки нет. Профи. Профи сыграл опять. Ну, агила не склеилась. Хорошо. Тебе, Пиропан, просто неровный уровень игры. Ты мог почти сделать подвиг с Хеслером, а в итоге... Будет попытка уйти направо. Там свободная зона. Вампиры не очень хорошо до нее добегают. Вампиры слишком быканули. Если вы понимаете, о чем я. Подкат садится на вами, это правильно. И вроде бы Брайт неплохо перестроился. Вроде Брайт все поставил как надо. Пас получился, ловля получилась. На секунду может показаться, что наконец-то цыгане поймали свой ритм игры. Что все стало поприятнее. Похож, да? Но я вроде предупреждал, что это матч-катастрофа, так что... Слабонервные уже ушли от экранов, я надеюсь. Рерол гипноза. Черепунзель пошел искать без рерола шестерку. Он находит две шестерки. И он делает травму второй раз бегуну, которого уже выбили. И которого аптечили. И мяч падает под вампиров. И выцарапать его будет тяжеловато. Профи. И вот кажется, в первый раз за долгое время профи не сыграл. Хотя так и так, конечно, тут будет очень тяжело все это разгрести. Придется пометать дайсов. Наконец-то ответочка от Брайта. Гора травмирована. Агила пошла на дело. Агила прыгнула, подобрала. Кинула единичку. Теперь надо просто отдать простой пас. И срабатывает перехват 6+. Ну, бывает. Ну, типа, нормально. Совершенно стандартный момент. Сейчас будет просто вкладочки ухода в закаты, скорее всего. Срабатывает очень нужное ранение, еще и пробой. Вообще идеально. Уранение, скорее стоит сказать. Вкладочка Агиле. Агила клоун фиестит. Агила дважды клоун фиестит. И вот здесь кажется, вот он шанс.
Агила прыгает, подбирает мячик, дает пас другой Агиле. Изи гол. Вот он, разворот игры, которого ждал Брайт. А, не, не, это не он. Сорян. Но он пытался. Чувствуете, как тяжело вампирам играть, да, ребят? Вампирам приходится прикладывать все усилия, чтобы не заржать. ГФшечка для более удобного паса. Пас прокатывает. 2-0. Ну, здесь, конечно, да, погода убирает Мишку. Погода, естественно, не убирает ни одного вампира. У Брайта нету ни одного рерола. Но игра с барского плеча выдает рерол, который, наверное, Брайту все-таки даже понужнее. Блиц. Наконец-то на третий блиц Агила не кинула 1-1. Можно как бы похлопать ей. Бог любит троицу. Может быть, наконец-то Кислев разыграет свою знаменитую двухходовку. Забьет гол, вернется в игру. У них все-таки еще маг есть. Агила встает в такой более-менее сейф. Вампиры сразу идут на перерез. Это правильно. Это вампир вообще, как, знаете, как кетчер работает. За счет плюс-мова. Это при том вампир, который был на трансферах. Это вампир Грингоса, который до сих пор в лиге. Первый гипноз. Он прокатывает. Неприятная жажда. Но тут есть что. Надо сосать гард. Гол становится все сложнее и сложнее с этими пососами. Сейчас будет третий гипноз. И попытка выбить седьмой арбор агильный. Раздача марок. Кинули жажду нормально. Рерол будет обычный. Это правильно. И залетает шестерочка. Как воспользоваться трансфером? Ну, тебе надо найти какого-то лоха, который продаст тебе игроков. В РББЛе это практически задача, ну, невозможная. Продолжают эвакуироваться цыгане. Кем забивать гол уже решительно непонятно. Ну, то есть, видимо, это будет прыжок, бег в зачетку. Один. Он обязан тратить рерол. Надеется, что вампир не перехватит. Надежда, конечно. А, ну. 1-1. Ну, Роман будет только записываться. Я Роману могу только намекнуть, что если ты вдруг найдешь лоха для трансфера, ты не можешь играть в сквигах, только в сале. Если ты только вошел в лигу. Рерол. Стандартная шестерочка залетает. Еще и колокол. Энфи осталось только кинуть, как бы... подбора гол. А, нет, ему надо же пас дать. Тьфу ты. Или вклад. Нет, вкладку добегает. Теперь надо кинуть 2 ГФ и жажду. 3-0. 3-0 на атаке цыган. Я напомню. 3-0 на атаке цыган с магом. От двукратного чемпиона РББЛа.
Ну, я не могу винить Брайта, потому что то, что здесь происходит, это, конечно, клоун-фиеста. На жаре ушло 3 раба. Не уверен, что это спасет. Но жить стало полегче. Тачбэк. Погода меняется. Жрать, блин, мне тоже что-то захотелось поиспать. У меня зефирка есть. Возьму зефирку. Мы смотрим, чтобы увидеть крайне редкую ситуацию. Ты, Пиропан, часто видишь, чтобы такое происходило с двукратными чемпионами Рубла? Я думаю, нет. Ну, Энфи и так был до этой игры процентов на 90 в ПО. Не гла по Блицеру целому, я напомню. Ну, что сказать. Слава Украине. В смысле, что-то как-то все кончилось. Надо нам, надо как-то скооперироваться и пролоббировать голосование в теме Брайта, кем он пойдет в следующий сезон. Ему, правда, какие-то черти предлагали. Смотрите, первое место заняли Кисли, второе место заняли Проэльфы, а третье место заняла Подземка. Я бы Брайту Проэльфов не давал бы. А зачем тебе, Евгешин, ты же не выйдешь. Сейчас скину. Это предположительный... Да нет имбы, ну кроме ХД. Единственная имба это ХД, но выход не в... выходы в игре немножко по-другому работают. Выйти в ПО можно любой командой. Вопрос только в том, появляется ли смысл выходить в ПО всякой залупой. В ПО все-таки надо выходить обычно хорошей командой. Блиц мечом. Сокровенная тактика вышки. Здесь ошибка. Надо было выбирать пятерку. То есть при пятерке не надо было бы кидать ГФИ. А при двойке теоретически цыгане могли дать кубы в мяч. Не то чтобы я хочу похерососить Энфи за ошибку. Я понимаю, что при счете 3-0 уже не надо ничего делать. Можно просто кататься лицом по клаве. Но вообще это была ошибка. Я знаю только один фан в ББ играть на победу. Худший скатер, который только мог выпасть, наверное. Очень плохой скатер. То есть это скатер на, как скажем так, который придется выцарапывать. И там даже далеко очень не убежишь. Но все довольно просто, пивас. Те, кто могут играть на победу, играют на победу. А те, кто не могут играть на победу, не играют. Один. Подбор. Прыжок. И очередная единичка на пасе. И опять плохой скатер для Брайта. Ну, что тут сказать. Была такая какая-то давно реклама пепси-колы, которую озвучивал Гусев в русском варианте. И там был момент, когда Бекхэм идет под трибунное помещение после замены. Вот. У него плохое настроение. МЮ проигрывает. Вот так вот. Он, да, считай, играл в Манчестер Юнайтед.
Ну вот. И видит парня с Кока-Колой. Нет, с Кока-Колой. Парень берет у парня Кока-Колу, пьет ее и отдает. Вот так вот. И Бекхэм что-то видит паренька, а парень протянул руку, да, и отдает ему свою футболку. Тот вытирает горлышко Пепси, отдает Бекхэму, и сзади у него футболка Дель Пьера ювентусовского. И тут комментарий Гусева. Да, сегодня не день Бекхэма. Вот сегодня не день Брайта, точнее вчера. У Брайта прям тотальный не день. Волки в цирке не выступают? И к чему? Вообще-то выступают. Вообще-то есть люди, которые пытаются дрессировать волков, и даже что-то получается. Один, два. Худший скатер. Изейшее выталкивание. Извини, пивас, я на деграданском не умею разговаривать. Сорян. Проблема только в том, что в серьезных матчах и Арт Кости, и Коди отлетят, потому что они оба рачки. Но ХД это самовозка. Это правда. ХД настолько самовозка, что на ней вышки играла Лила. На этой самовозке вышки играл... Ой, чей же мы матч смотрели недавно? Напомните мне, кто же там показал суперраковую игру? Мы еще в шоке были. Сейчас я вспомню. Суртур. Да, Суртур. Суртур. Реда, да, суперрачок. Тоже правда. Ну вот смотришь, да, ну, все рачки берут. Смотрите, вот я вспомнил тот сезон с раками на ХД. Адарт, Мастер Зен, Апоссум. Ну вот. То есть, ну это нормально. Как бы это команда для рачков. Там Суртур играл ими в вышке. Был такой еще парень Марах. Лила. Ну, то есть, это как бы, это главный индикатор рачков. То есть, если ты играешь на ХД, вот, как бы, ты супер рачок. Там вот этот, опять единичка. Супер чемпион плей-оффов Кола, этот, как его называют-то? Ну, вы поняли, тоже все время на ХД. В общем... Главное, ноубрейн команда современности. Ничего делать не надо, просто игра все за тебя бахает. Курцифер, да, да, да. На ХД надо только уметь собрать команду и поймать пару дублей. Опа, 1-1. Клоун Фиеста продолжается. Поэтому да, вот если вы готовы потратить, ну там, от 3 до 6 сезонов, в зависимости от того, насколько вы рачок, на то, чтобы выкачать ХД, то можете попробовать. Будете даже в плей-оффе рубла играть, когда вам кубы будут завозить. Реда не даст соврать. Брайт все-таки надеется забить гол. Бас, не ловля. Игра как бы говорит: нет,
А это работает? Работает. Я ХД работает абсолютно точно. Как бы вы понимаете, чтобы описать, насколько работает ХД, я могу добавить, например, то, что вот если Ситар возьмет ХД, он возьмет чемпионство. Вот настолько работают ХД. Я не помню, шапок анонсировали или не анонсировали. Да не, Спайдер, ты зря. Я думаю, нет. Дальше Ситар. Их не будет в старте? Ну вот мне тоже что-то казалось, что-то такое. Нет, ну ученик Ситара скорее будет играть в плей-оффе. А сам Ситар возьмет чемпионство. ХД шикарно убивают и эльфов, и крыс. Как же божественно Брайт кидает единички в этой игре. Фантастика. Че, он не гипнозил? Но если у тебя все получается, зачем гипнозить? Он как бы дает надежду такую тролльбасную. Понимаешь, у тебя супер кубы, ты уничтожаешь, что еще делать? Ну, орки, к сожалению, не такая самовозка, как ХД. На орках выйти в плей-офф, конечно, не сложно, но выиграть плей-офф на орках сложновато. Понимаете, просто у ХД нету только одной вещи для того, чтобы стать какой-то убер-командой. Это регенерация. Ну, 37 место и 37 место, чё. Сейчас-то в местах смысла спорить нету, потому что до конца сезона еще плюс-минус месяц. Нисколько не сомневаюсь в способности Ситара выйти на орках в плей-офф. Плей-офф это скорее про потраченное время, чем про скилл. Не, ну понимаешь, что надо обладать каким-то минимумом скилла. Вот. У Ситара, естественно, этот минимум скилла есть. Ну не каждый день двукратные чемпионы Рубла отлетают 5-0. Вот что я думаю. Я думаю, вы со мной согласитесь. И это при том, что Энфи где-то после 3-0 начал заливать катку. Или даже, может даже после 2-0 Энфи начал заливать катку. По ощущениям. Ну, скажем так, не выжимать главное. Ну, я думаю, что гномов регенератов все-таки не будет. Oh.
Ребята, хотите, я вам расскажу о супертехнологии стройки? Тут даже видео есть, только я не имею права показывать его на стриме. В Нур-Султане строители подняли живую корову на 7-й этаж, прям реально на кране, связанную живую корову на 7-й этаж, и принесли ее в жертву, якобы так крепче будет стоять дом. Я напомню, что сейчас 2021 год. Вообще, конечно, кошмарный матч. Вампосы неплохо накидали за 27 отборов, 4 травмы. 9, 18, 24, 32 опыта. Нормально. Да уж. Чудовищный матч.